6 часов вечера в Москве. Это лайв. Мы продолжаем рассказывать вам о самых главных событиях этого понедельника. Неприятная история с российским судном «Механик Чеботарев» сегодня наконец закончилась, и закончилась благополучно. Оставшиеся члены экипажа освобождены из-под стражи в Ливии. Капитан Андрей Крынин, старпом Станислав Сироткин и второй помощник капитана Валерий Савицкий освобождены и готовятся вернуться на родину, сообщил на своей странице в Инстаграм Рамзан Кадыров. Экипаж судна заберет делегация, которую глава Чечни отправил на переговоры в Ливию по согласованию с российским МИДом. Танкер «Механик Чеботарев» был задержан в нейтральных водах у берегов Ливии в сентябре прошлого года. Экипаж оказался втянут в дело о контрабанде нефти. Моряки в таких случаях невольно становятся соучастниками. Преступления. Россиян освобождали небольшими группами, и вот теперь все 12 человек на свободе.